Группа Евгения Маслобоева, проект Евгения Маслобоева. Музыканты практически половина группы приехала из Иркутска. Это сам Евгений Маслобоев, который перкуссионист и барабанщик. Пока он идет на микрофон, я хотел бы сказать, то, что продаются диски, их можно купить по вполне недорогой цене. В частности, диски Bob Colors, которые вы можете заплатить сколько захотите. Пока распродажа в течение сегодняшнего вечера. Итак, Евгений жаждет микрофон. Добрый вечер, друзья. Я не то чтобы жажду микрофон, микрофон все время жаждет, чтобы в него были сказаны слова приветствия. Вы знаете, для тех, кто не был вчера, и для тех, кто был вчера, я такую информацию для кого напомню, для кого донесу. На самом деле этот фестиваль, который сегодня закрывается в этом благословенном куполе воздуха, скажем так, с очень сложным звуковым гением. На самом деле этот фестиваль начинался в Иркутске 7 августа, и с тех пор, как я вчера удачно нашел это, смотрите, все время самопиар, значит, этот фестиваль так и шел с востока на запад. Но, как вы все знаете, все умные и хорошие вещи приходят с востока. Например, вот в Европе не знали, что такое помыться нормально, а крестоносцы привезли бани. То есть началась гигиена сплошная. Вот мы теперь не можем от нее избавиться. А вот, ну, скажем так, наша музыка – это такая душевная гигиена, духовная гигиена. Мы пытаемся тоже привнести в себе какие-то, из себя, какие-то такие, может быть, чистые, непорочные идеи, которые сегодня будут продемонстрированы. Итак, наша сегодняшняя концепция состоит в следующем. Жил-был такой парень в Швеции, звали его Бергман. Ну, те, кто его знает, видел его фильмы, просто чудо. Один из толпов первого кинематографа. И сегодня эта программа называется «Контрапункты с Бергманом». Ну что ж, мы попытаемся быть с ним в таком контрапункте творчества. Ну и вам хорошего желания. Спасибо. Евгений Маслобоев. Владимир Марков. Барган, объекты Иркутск. Анхель Антава. Гитара. Анхель приехал при поддержке посольства Испании в России, в Москве. Кусанович. Все? Игорь Диденко. Видео арт. Труба. Там еще играет вчерашний кларнет. Равиль Азизов. И Равиль Азизов кларнет. Выйдет позже. Позже. Спасибо. Проект Евгений Маслобоев. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Евгений Маслобоев и его проект. Евгений Маслобоев. Игорь Титенко.
Игорь Тинков. Рамиль Асизов. Владимир Марков. Наш дорогой большой друг из Испании Анхель Антала. Проект Евгения Носовоева. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Я думаю, что наши сердца были искренни, и мы победили Моцарта. Мы просто заставили его замолчать нажатием этой красной кнопки. И это не смогло бы состояться, если бы у нас не было такого прекрасного человека, как Алексей Круглов. Алексей Круглов, город Москва, человек мира. Я думаю, что один из самых лучших саксофонистов современности и ее творчества. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья.